Надо полковнику сказать, что мы ее нашли. Хорошо, Артём нашел. Что это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше спасибо, не спасибо, родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артём и ребята тут. Анька, ты инфаркт до старика доведёшь. Вернешься, получишь ремня. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты её за стенку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все посходили. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. А чё, Сэмчик, как настоящая-то база оккупантов выглядит? Скажи, чтобы мы знали, если наткнемся. Ну-ка. Ядерными реакторами в джобе. А во-вторых, там кормят нормально. Бургеры, френч фрайс, милкшейк. Я с тобой серьезно, блин? Че ты кривляешься-то? Ну и я с тобой, давай буду серьезно. От какого хера мне надо знать, как выглядят сегодня базы, мэн? Я на них не был сколько? 25 лет? Забор, вышки, патрули, техника, здания. Базы выглядят как базы, мэн. И тут нихера ничто не похоже на базу, если ты меня спросишь. И на всем нашем пути нихера ничто не было похоже на базу. Я тут переживаю, что Инглиш с вами забыл, а его и поговорить-то не с кем. Ладно, чё ты, не кипятись. А что, вот вы верите, что вы тут сейчас других американцев встретите? Я, знаешь, вначале волновался, а теперь думаю, как бы мне не стать единственным американцем на нашем пути. Ну и ладно, и хорошо. С тобой-то, Сэм, мы всегда договоримся. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну?
Ладно уж. Сожру. До сих-то пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите. Может, нам с боем придется прорываться. Да и прорвемся когда. Неизвестно, что там дальше будет. Так я пригожусь. Я ведь лечить могу. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Да, я же ему сказала про вагон в депо. Мы на нем приехали. Он удобный. Специально для долгой поездки готовили. Дядя Артем, возьмите нас, пожалуйста. Я буду себя хорошо вести и помогать буду. Честно-честно. Настена, не доставай дядю Артема. Не переживай, Настена. Дядя Артем с нашим командиром поговорит и все решится. Ух ты! Дядя Артем главнее страшного командира с железными ногами. Ура! Тише, доченька, так нельзя. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мнение дяди Артема он очень уважает. Да, дядя Артем? Я уж и сам за этим вагоном собрался было. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну ты в курсе. Так что вы, Сани, уж постарайтесь на него повлиять как-то. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем, конечно. Не переживайте. Давай, давай. Батя ждет. Привет, Артюх! Видишь, как все срослось? Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой шестилетней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Крыша не пущу, мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. А где я вообще ничего не гарантирую? Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься?
Но, Артём, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост — основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли. Страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артёмыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий, а что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал. Попробуй установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Аня, спасибо вам с Артёмом, что помогли нам.
Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятам своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь? У него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. Блатняк орали. Степан еще сходить отобрать хотел. Чтоб, значит, над инструментом не издевались. Может, освободишь гитару от оккупации? Порадуешь товарища. Степа, знаешь, какой репертуар? Русский рок, классика. Удачи, брат.
мешки! Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех... А тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Семен, мост все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине я манал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще и с прибытком. Давай, Семен, время, деньги.
координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи.
Thank you.
Ну здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкупы ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Чушки нас просекли бы. Тут где-то вчера башня. И капец плану глыбы. А это сечет, чем пахнет. На пику подымем. Точно. И это если нам чисто фортанет, понял? На чем мы этих фортанет?
Браток, сдаюсь, я сдаюсь! Открой, а? Не бросай в беде! Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Тебя ведь сила антианафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост с Божьей помощью. Да, волей его.